Друзья, всем привет, это канал 128, и сегодня я вам покажу быстрый, легкий способ, простой, как из лимона, обычного лимончика, сделать символ года 2020, то есть мышку. Мышку, правильно. Значит, нам нужен лимончик, обязательно с носиком, желательно, чтобы он был ровный. Вот смотрите, у меня получается такой, это курносый, больше на ежика похож будет, наверное, у меня это не мышка, но посмотрим. Желательно ровный, но чтобы вот, то есть вот этот... Носик у нас и будет носиком в мышке. Значит, что мы берем? Берем, отрезаем нижнюю часть. Ну, где-то, наверное, можно где-то вот так вот отрезать. Вот, это у нас уже первая часть мышки. Большой лимон. Большой лимон, да. Теперь нам нужно... Большой, да, дочь. Нам нужно сделать... Ой, какой сочный лимон попался. Или туповатый ножик. В общем, нам теперь нужно вырезать хвостик для мышки. Берем вот так вот по кругу. Разрезаем. И у нас... Убирай, дочь. И вот таким образом у нас получается такой вот хвостик мышки. Можно его просто положить, а можно, в принципе, дырочку проделать и сюда закрепить. Я уберу. Вот. Вот таким образом. Теперь нам нужно сделать ушки. Ушки тоже делаем из кусочка оставшегося лимона. Для этого просто берем и вырезаем ушки. Форма и размер, в принципе... Сами можете решить, какой нужен. Можно побольше сделать, можно поменьше. Дочь, смотри, сейчас получится у нас мышка с тобой сейчас получится. Пока не получилось, но сейчас получится скоро. Вот. Вот таким образом у нас получается одно ушко. Ну и также таким же образом делаем второе ушко. Очень сочный лимон. О, большое ухо! Вот большое ухо, да. Вот второе наше ушко. Теперь здесь вот эту сторонку убираем. Это лишнее. Берем нашу мышку. Делаем здесь вот такие вот прорези. Слушайте, какой сочный лимон. Когда вот хочется купить сочный лимон, постоянно попадаются какие-то несочные. А сейчас попался прямо очень сочный. Я хочу попробовать. Сейчас попробуем. Так, прорези надо делать побольше, потому что у нас цедра получилась очень толстая, попалась. Сочный. Вот одно ушко. Сочный лимон. Сочный. Перепутал. И здесь немножко надо побольше прорезать. Такой лимон может долго пролежать, особенно если в холодильнике хранить. Но он очень хорошо, очень украсит ваш стол новогодний, потому что это немножко я криво. Сейчас сделаем глазки, конечно. Так, немножко у меня кривоватые ушки получаются. Не видно тебе? Сейчас я тебе... Подвину стульчик, будешь видеть. Моя рука мешает? Да. Все, сейчас уберу. Сейчас будет видно. Вот такие вот на нас ушки получаются. То есть, вы видите, все очень быстро и просто. С одного лимончика. Глазки можно любые сделать. Можно, например, черный перец приклеить. Еще что-то. Бусинки, может, какие-то есть. Может, у вас есть глазки такие специально для игрушек. Мы сделаем условно глазки. Из маркера. Лимонная кислота не дает рисовать маркером. В общем, надо сюда какие-то глазки приклеить будет. Давай сотрем. Сейчас попробуем салфеткой стереть. Сломалась, ага. Не хочет маркер рисовать, друзья, до этого
рисовал лимонный сок, не дает рисовать. Ну, в общем, суть такая. Вот он наш хвостик, вот они ушки и носик. Также можно на носик что-то приклеивать, чтобы больше был похож именно на мышку. Но вот этот курносый нос больше похож, если честно, на носик ежика. На кису? Да. Или на кису, да. Вот такое вот новогоднее украшение может быть у вас дома. Символ. Вот, давайте мы мышку эту переложим на тарелочку. Вот такая вот мышка красивая получается у нас из лимончика. Можно еще и усики приклеить сделать. Можно, например, из зелени сделать усики. Либо иголочкой продеть ниточки. Но это вот самый быстрый, самый простой вариант, как сделать мышку. Все правильно. Всем пока, друзья. Это немножко не по рубрике видео, но если вам понравилось, поставьте лайк. Всем пока. Это был канал 128. С наступающим вас, друзья.